Здравствуйте, ребята. Меня зовут Юлия Жукова, и сегодня мы поговорим о том, что такое контроллер бот и для чего он нужен в мессенджере Telegram. Этот бот необходим для того, чтобы мы могли делать отложенные посты на своих каналах. Посмотрите, мы можем статистику здесь, вот тут даже можно управлять постами и добавлять, знаете, вот эти реакции, о которых мы говорим. То есть каналы нам люди не могут отвечать, а мы можем добавить реакцию. Когда вы найдете этот контроллер бота, вступите, вам предложат здесь начать с ним работу. Вам необходимо нажать тот же самый старт. И что мы увидим с вами? Мы увидим, что контроллер бот пишет, для чего он вообще нужен. Посты, прикреплять реакции, собирать статистику. И он предлагает нам отправить команду для того, чтобы следовать инструкция добавить свой канал. Смотрите, у меня уже есть свой бот, у меня есть свой канал, который я уже продвигаю. Но что вам нужно будет сделать? У вас этого не будет. И вместо вот этого сообщения, которое нам прислал бот, у вас выскочит информация о том, что вам нужно создать своего бота, и будет ссылка на другого бота FazeBot. Сейчас мы его с вами найдем. Вот он. И в этом боте нам необходимо будет создать уже непосредственно своего личного бота. Вы можете ему потом прикрепить фотографию и так далее и тому подобное. Но здесь будет на английском, и вам нужно будет следовать новым инструкциям. И после того, уже когда вы сможете, точнее создадите в этом боте своего личного бота, вы сможете прикрепить его к контроллеру. У вас будут пошаговые инструкции. Вот смотрите, чтобы подключить бот, вам нужно выполнить действие. Перейти в бот фазы, нажмите старт и отправьте команду new bot. То есть имеется в виду, что вы создаете. Введете название, то есть последовательно, что вам нужно будет в том боте сделать. И после того, как бот ответит, пришлет ответное сообщение, мы его сюда копируем или токен присылаем. Вот я тогда это делала, вот вы можете обозревать это. И чтобы добавить команду, канал точнее, нам нужно выполнить опять следующие действия, которые пишет нам контроллер бот. Мы добавляем администратора канала своего бота, непосредственно добавляем администратора. Затем пересылаем любое сообщение из того канала. Вот я любое попавшееся первое переслала прямо оттуда сюда. И канал успешно был подключен. Потом мы выбираем какой город для того, чтобы часовой поезд установить. И все, и подключается канал. В следующий раз, когда вы хотите постить, у вас будут непосредственно уже подключенный канал, и вам не нужно будет всю эту цепочку действий делать. Итак, на этом видео я пока останавливаюсь. Следующее видео уже будет непосредственно как постить с контроллер бота на свой канал. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, и будем продолжать тему по Телеграму. До новых встреч!